Здравствуйте, мои хорошие! Рад вас всех видеть на канале Гороскоп. Хочу попросить вас немножко поддержать мой канал. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий, если вам не трудно, а также сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а мы, как и принято, начинаем начинать. Поехали! Овен. Есть опасность, что сегодня Овен проглотит обиду, и она начнет отравлять его. Движим и желанием не вступать в конфронтацию, Овен в этот день может не отреагировать вовремя на несправедливость в свою сторону. А затем сорваться на другом человеке гороскоп предлагает разобраться в своих эмоциях и не спускать собак на невинных. Направьте свой гнев на того, кто его вызвал. Тем более... Что сегодня вы легко находите поддержку окружающих, и у вас найдутся сторонники. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня Овен может со спокойным сердцем отпустить любовные дела на самотек. Он и так уже потратил немало времени и сил на размышления о них и даже, возможно, предпринял какие-то действия. А сегодня ему нужна небольшая остановочка, которая даст время оценить ситуацию не только самому Овну, но и его партнеру. Может быть, любимый человек считает интерес и заботу Овна по отношению к нему чем-то само собой разумеющимся, а ненадолго лишившись остро ощутит его нехватку. Тогда пауза длиной в день станет свежей приправой в ваших отношениях. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня Овна звезда предлагает не слишком руководствоваться ранее составленными планами, так как ситуация может сильно меняться, вынуждая его немедленно действовать и принимать быстрые решения. Повороты событий могут быть как позитивными, так и негативными. И тут Овну потребуется не только умение быстро действовать, но и хорошая выдержка, чтобы не сорваться. Что же? Овну можно пожелать только терпения. Впрочем, уже сегодня к вечеру он поймет, что не делается все к лучшему. Телец. Сегодня телец словно солнышко, рядом с ним тепло и хорошо, он способен утешить, развеселить и успокоить. Вот почему в этот день все хотят с ним пообщаться и гороскоп призывает не уклоняться от главной сейчас миссии – быть другом и советчиком. И пусть сегодня телец вряд ли сумеет достичь сверхрезультатов, зато подарит хорошее настроение всем, кому повезет оказаться с ним рядом. Отложите все дела и будьте рядом с теми, кому вы очень нужны. Спасибо. Любовный гороскоп для Тельца. Сегодня Телец может просто излучать флюиды позитива. Его солнечный настрой невольно передастся окружающим, у которых в обществе Тельца будут расцветать улыбки на лицах и стремительно улучшаться настроение. В такой день невероятно легко заводить новые знакомства или осуществить одну из наиболее заманчивых романтических грез. Сегодняшнее состояние души внесет необыкновенную теплоту и чувственность в отношении Тельца с его избранником. Выпейте это. Эту сладенькую чашечку до самого дна. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня Телец способен очаровать окружающих людей без лишних слов. Одним лишь личным обаянием и улыбочкой. Это самое удачное время, чтобы пропиарить себя любимого или устроить презентацию личного вклада в процветание компании. Тельцу сегодня удастся сделать это без особого труда, причем не особенно углубляясь в математические расчеты и какие-то там факты. Вместо скучных докладов и многомерных графиков он продемонстрирует коллег свой энтузиазм горящие глаза и яркую улыбку победителя перед его харизмой никто никто не устоит в этот день близнецы Мелкие неприятности могут сегодня совершенно испортить настроение близнецов. Гороскоп уверяет, представитель этого знака зодиака сам позволит им стать значимыми. Не зацикливайтесь на обидах и мелких промахах, не обращайте внимания на сполетни и сможете достичь гармонии. Близнецам нужна поддержка друзей и родных, только они сегодня сумеют дать им правильный настрой, окажут необходимую помощь, Словом и делом не бойтесь быть искренними с теми, кого вы любите. Любовный гороскоп для близнецов. Непростой денек в отношениях сегодня обещают звезды близнецам. Скорее всего, им придется регулярно напоминать себе о терпении и сдерживать эмоции. Что ж, горизонт не всегда безоблачен, и вместо бессильной внутренней обиды близнецам лучше задаться философскими вопросами, почему происходящее вызывает у них столь сильные эмоции. Возможно, между ними и любимым человеком имеются глубинные нерешенные проблемы, или кто-то в паре темнит, не желая показывать свои истинные переживания звезды гороскопа советуют лучшим ответом на все вопросы в этот день станет искренность волшебный ключик которым открывается дверца к счастью в любые Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецам невероятно сложно установить контакт с окружающими. Бывают такие денечки, стоит отнестись к данному факту философски. Гороскоп не советует близнецам начинать сегодня масштабные совместные проекты. Без взаимопонимания не будет слаженной командной работы. Как лебедь, рак и щука, каждый будет тянуть в свою сторону, от чего дело будет топтаться на месте. Так что близнецам предлагается либо сыграть в одиночку, либо дождаться окончания этого неприятного периода, а потом уже строить доверительные партнерские отношения. Рак. Не исключено, что Рак сегодня попытается переложить на кого-нибудь решение, которое должен принимать сам лично. Каждый раз, когда Рак сегодня скажет или подумает, я не виноват, я ничего не смогу сделать, он будет врать себе и другим. Какой бы заманчивой ни казалась вам роль жертвы в руках судьбы, гороскоп предлагает отказаться от нее и не перекладывать ответственность. Так вы не только сможете изменить обстоятельства в свою пользу, но и сохранить самоуважение. Любовный гороскоп для рака. Сегодня рак сможет на собственном опыте почувствовать две вещи. Силу чувств и ограниченность логики, и то и другое покажет себя в полной красе. Чересчур яркие эмоции в этот день грозят настолько захлестнуть, что рак рискует на время потерять направление. Однако и на логику сегодня раку полагаться не стоит. При общении с небезразличным человеком ему стоит избегать предрассудков и заранее навешанных ярлыков, больше прислушиваться к тому, что нашептывает подсознание. Интуиция... Это и есть герой сегодняшнего дня. Звезды гороскопа говорят о том, что именно она подтолкнет рака в нужную сторону в решении самых сложных вопросов. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня раку не стоит рассчитывать в работе только на себя. Даже если он привык работать самостоятельно, в этот день следует попросить помощи у коллег или найти партнеров. Вместе удастся добиться куда больших результатов. Да и риск ошибки в расчетах и решениях можно будет минимизировать. Так что звезды советуют раку отбросить амбиции и играть в команде. Сегодня это ключик к его успеху в финансовых делах. Лев. Сегодня лев может слишком уж остро реагировать на происходящее. Ничего еще, если он будет смеяться как безумный там, где другие тихо улыбаются. Плохо, что в этот день он способен всерьез расстроиться из-за какого-то там пустяка. Любое замечание в свой адрес лев воспринимает сегодня как оскорбление. Любую мелкую неудачу как тотальный провал. Гороскоп советует сосредоточиться на приятных мелочах. Только они способны улучшить настроение льва. Любовный гороскоп для Льва. Сегодня Льву предстоит настоящий экзамен на творческий подход в любовных отношениях. Бывают дни, когда двум людям сложно найти общий язык, и сегодня в такую ситуацию Льву проще всего поступить неординарно. Например, в разгар ссоры подойти и обнять любимого человека или разрядить ситуацию неожиданной шутечкой. Такая тактика в этот день поможет сбить накал страстей и переломить ситуацию. Кроме того, постарайтесь вникнуть в аргументы партнера и по. Понять, почему он так отстаивает свое мнение. Возможно, в вашем споре вы не совсем правы. Подумайте хорошенько. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня гороскоп не советует льву рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Все его поступки и решения должны быть четко выверены, а от авантюр лучше вообще отказаться. Они могут окончиться плачевно. Все рабочие вопросы следует решать стандартными путями без импровизаций. Самое лучшее, что может сегодня сделать лев, это заняться текущей работой, выполнение которой доведено до автоматизма и риск совершения ошибки сведен к нулю. Впрочем, это отличный денечек, чтобы разобраться. Собраться со всей рутиной. Дева. Дева сегодня склонна к пустым обидам, и если ей не хватает актуального материала, вспомнить старые огорчения. Гороскоп призывает деву понять и простить, ведь прощение это не индульгенция обидчику, а прекращение собственных страданий. Так что освободите себя от тяжкого душевного груза и радуйтесь жизни во всех ее проявлениях. Сегодня дева настоящий гурман и эстет, так что ей стоит окружить себя прекрасным и вкусным. Любовный гороскоп для девы. Сегодня у девы может проснуться желание выбраться за витамином D на улицу, а за приятным общением к друзьям. Деве в отношениях обязательно стоит пригласить с собой избранник. В этот день вы прекрасно проведете время вместе и сможете, что называется, и себя показать, и на других немножечко посмотреть. Совместный выход в свет сегодня не только полезная таблетка от скуки, он поможет влюбленным найти новые точки соприкосновения. Одинокие же девы могут использовать возможности этого дня чтобы посетить любимое место досуга и в атмосфере романтики и флирта завязать знакомство с продолжением гороскоп карьеры и финансов для девы сегодня деве гороскоп рекомендует искать союзников и единомышленников с ними цели можно достичь в 3 в целых три раза быстрее. Также не стоит принимать решения, основанных лишь на собственном убеждении или впечатлении. Каждый вопрос потребует сегодня коллективного обсуждения. Словом, звезды настраивают деву на командную работу, что означает поиск компромиссов и внимание к мнению других людей. Где-то, возможно, даже придется поступить со своими привычками и принципами. Однако, впечатляющий финансовый результат примирит деву со сложившимися обстоятельствами весы. Без вдохновения любая работа остается ремеслом. Но сегодня весы окажутся способны наполнить творческой энергией любое, даже казалось бы самое скучное и повседневное занятие. Вдохновленные занятия уборкой или отчетом подарят удовольствие, каждая мелочь наполнится смыслом, а потому весы сегодня будут счастливы, если конечно их оставят в покое и дадут заниматься своим делом. Для достижения гармонии гороскоп советует весам обзавестись табличкой. «Не не беспокоить. Любовный гороскоп для весов. Сегодня день будет склонять весы к искренности в общении с противоположным полом, и это способно совершить настоящие чудеса. Действительно, к чему условности и обходные маневры, когда один единственный выразительный взгляд глаза в глаза способен сказать больше тысячи слов. Причем такая тактика в этот день будет самой успешной как для весов, уже построивших крепкие отношения, так и для тех, кто только ищет свою любовь. Дайте понять тому, кто вам нравится. Свои истинные желания и чувства. Снимите с себя хотя бы на вечер социально-гендеральную маску, а сердце бронежилет, и результат превзойдет все ваши ожидания. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весы может ждать непростой день, состоящий главным образом из мелких проблем и забот. Один из тех, когда бегать немного, а толку да -то вообще никакого в принципе. Постоянные задержки и сбои в работе могут происходить буквально на ровном месте и с этим ничего не поделаешь. Так сложились звезды и обстоятельства. Так что весам главное не строить грандиозных планов, все равно большую часть реализовать не удастся. Хорошо то, что снижение личной эффективности весов начальства не заметит. Так что проблем с этой стороны можно не опасаться. Скорпион. Как бы не хотелось сегодня Скорпиону сыграть крепкого орешка, сдерживать эмоции будет... Ох, как сложно! В этот день Скорпиону не стоит идти на переговоры, играть в покер или пытаться убедить кого-то в собственной безгрешности. Его тайные желания и мысли очевидны каждому. К тому же гороскоп и не советует особенно сдерживаться, не то скорпион рискует взорваться, как прикипевший котел. Сегодня лучше весь вечер бубнить под нос о своем недовольстве окружающей действительностью, чем улыбаться через силу, а потом оторвать кому-нибудь башку. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня душу Скорпиона посетит мечтательное настроение, от чего он может выглядеть немножечко отстраненным. Не от мира сего, как говорится. Звезды гороскопа советуют в этот день мысленно настроиться на воплощение своих самых заветных желаний. Визуализируйте их, попробуйте ощутить близость желанных перемен. Это может принести вполне реальные плоды. Сегодня фантазии и мечты имеют гораздо больше веса, чем обычно, а граница между сном и явью танка как никогда когда мысленно покрутите в голове план по знакомству, очарованию или развитию отношений, этим вы приблизите реализацию своей мечты. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня Скорпион почувствует непреодолимое желание обновить что-то в своей жизни и выбраться из рутинных забот. Кажется, в последнее время он много работает и от усталости краски жизни для него немножечко потускнели. Даже небольшое разнообразие в трудовых буднях скажется на эмоциональном состоянии Скорпиона очень даже положительно. Сегодня его способен стряхнуть новый и интересный проект, который захватит целиком все время и мысли. Ну или короткая командировка в соседней городок для обмена опытом с коллегами. Ну на худой конец можно пойти на обед в новую кафешку. Словом, Скорпиону как воздух нужны свежие впечатления, они дадут ему нужный импульс для эффективной работы. Стрелец не подходите сегодня к стрельцу с проблемами, не то он сбежит. В этот день единственной его реакцией на трудности будет уход в глубокую оборону. Сегодня стрелец похож на страуса, который в испуге прячет голову в песок. Что поделать? Настроение такое, энергетический тонус снижен, и сил на борьбу просто нет. Гороскоп советует стрельцу не пытаться прыгнуть выше головы. Возьмите паузу. Отдохните восстановите внутреннюю гармонию и пусть весь мир подождет. Любовный гороскоп для стрельца. Сегодняшний день обещает подарить стрельцу повышенную привлекательность в глазах противоположного пола. Звезды гороскопа советуют ему в этот день постараться внести в отношения, а особенно в новые знакомства, капельку интриги, не раскрывая все карты до конца. Как зовут? Сколько лет? Какое место учебы или работы? Не все ли равно? Небольшая недосказанность подобного вуали на лице сегодня таит в себе особую прелесть, завораживая и позволяя разгуляться фантазии человека, который вам очень интересен, а также разжигая желание узнать вас побольше. Так что залог любовных побед стрельца в этот день – загадочный имидж. Но только в меру, не переборщите, смотрите. Гороскоп карьеры и финансов для стрельца. Сегодня стрелец склонен предаваться блаженному ничего не деланию даже на работе. Впрочем, это временная передышка, позволяющая немножечко прийти в себя и восстановить силы, чтобы обеспечить себе отдых. Гороскоп советует стрельцу бесцеремонно делегировать части обязанностей коллегам, а не задачи вовсе отложить до лучших времен. И здесь коллегам и руководству сегодня лучше проявить такты понимания, уже совсем скоро стрелец вновь засучит рукава и с головой погрузится в текущее делище, так что пусть весь мир чуток обождет. Козерог. Да, ставьте же Козерога сегодня в покое. Но не расположен человек подвигом, подвигам, да и вообще какой-то там активности. Ему бы отдохнуть и помечтать немного. Да ведь не дадут же. Ни обстоятельства, ни люди. Вот почему сегодня Козерог может быть агрессивным. Он просто огрызается, как это делает загнанный в угол зверь. По сути, это самооборона. Гороскоп советует Козерогу все же найти возможность побыть в уединении. Тет-отец с вкусняшками и интересным сериальчиком. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу быть более открытым и искренним, как с самим собой, так и с окружающими. Проявив эти качества, Козерог сможет что-то понять для себя и выяснить какой-то волнующий его вопрос в личных отношениях. Возможно, он давно уже чувствует, что в любовной сфере ему как воздух необходимо обновление, что отношения с любимым человеком потеряли прежнюю остроту. Сегодня Козерог сможет разорвать этот порочный круг к одним простым разговорам по душам и направить свой корабль любви по новому маршруту приятных перемен. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня звезды настоятельно советуют Козерогу умерить свой пыл и не суетиться на работе, стараясь достичь фантастических результатов, чтобы не заслужить одобрение коллег. Сегодня в его рвении окружающие могут заметить желание выслужиться перед начальством и отнесутся к этому крайне негативно. Так что Козерогу лучше провести этот денечек ровно и спокойно, занявшись текущими делами и не фонтанируя идеями, а свой энтузиазм лучше вечером обрушить на родных и близких. Они явно соскучились по вашему вниманию и воспримут повышенную активность адекватно водолей. Для водолея это день маленьких радостей. Пусть разобраться с серьезными проблемами сегодня вряд ли получится, зато можно сделать приятные сюрпризы родным и близким. И обязательно, и обязательно самому себе. Сегодня водолей легко находит взаимопонимание с людьми. Он настроен на миролюбивый лад, а потому у него отлично складывается неформальное общение. Гороскоп подсказывает, воспользуйтесь этим, чтобы расположить к себе нужных вам людей. И пусть они помогут вам не сразу, но вполне возможно окажут поддержку в будущем. Любовный гороскоп для Водолея. Сегодня у Водолея намечается всплеск творческой активности. Если он захочет применить ее на практике, то сможет без труда завязать новые знакомства или разнообразить отношения с любимым человеком. Впрочем, особенность этого дня такова, что многое может удаваться Водолею само по себе, без особых усилий. Но, к примеру, скажем, эм, сегодня его может вдруг осчастливить свиданием неприступная особа, в которую он был безнадежно влюблен. Или избранник наконец решится на новый шаг в отношениях. Используйте сегодняшнее везение по максимуму, чтобы навести порядок в любовных делишках. Звезды на вашей стороне. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня звезды предостерегают Водолея от принятия скоропалительных решений, какими бы радужными ни казались перспективы. Даже если дело кажется абсолютно беспроигрышным, Водолею сегодня лучше выждать какое-то время, прежде чем реализовать проект. Постарайтесь без эмоций оценивать все поступающие предложения. Возможно, что где-то между строчек договора есть неучтенные риски, которые впоследствии больно ударят по финансовому благополучию. Рыбы. Дружелюбию рыб сегодня нет предела, а потому этот день отлично подходит для встреч с друзьями, а также новых знакомств, как романтических, так и деловых. Сегодня тот редкий денек, когда рыбы способны забыть о проблемах и насладиться красотой момента. Вот почему гороскоп настоятельно советует представителю этого знака зодиака уделить время простым удовольствием. Прогуляться по парку, поиграйте с друзьями, приготовьте что-нибудь этакое вкусненькое. Много радости принесут рыбам небольшие. Большие приятные покупки. Любовный гороскоп для рыб. Сегодня на рыб снизойдет приподнятое и безоблачное настроение, которое станет их надежным союзником в сердечных делах. Люди тянутся к тем, кто позитивен и легок в общении это аксиома. Так что у рыб в этот день будет конкурентное преимущество. Представители противоположного пола будут комфортно чувствовать себя в компании без мятежных рыб, и если они не против, охотно продолжат приятное знакомство. Для рыб, находящихся в паре, сегодняшний настрой также обещает быть благотворным. Особенно если они с любимым человеком проведут этот день вне дома. Звезды гороскопа рекомендуют выбраться на природу, подальше от суеты, чтобы получить максимум удовольствия от общества друг друга. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыбы склонны верить предчувствиям и поддаваться внутренним порывам. Гороскоп рекомендует им немножечко остыть и постараться проанализировать ситуацию, взглянув на нее немножечко со стороны. Возможно, что интуитивные решения продуктивны не шестым чувством, а банальным эмоциям, и скоро рыбы сильно засомневаются в том, что сегодня им кажется единственно верным. Если не знаете, как поступить, Просто сделайте паузу и переждите. Совсем скоро обстоятельства прояснятся. Ну вот вроде бы и весь прогноз, дорогие друзья. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Ну и хочу пожелать вам отличного дня и приподнятого хорошего настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и конечно же, скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.